лучше с молодыми специалистами. Об этом прекрасно знают здесь, на щелковской компании «Метис», сотрудники которой занимаются разработкой и производством модулей протезов всех категорий. Сегодня компания поставляет комплектующие в 40 стран мира и на днях стала экспортером года Московской области. Сегодня сюда приехали студенты Московского авиационного института. Предлагаю присоединиться к экскурсии. Будущим инженерам медико-биологической практики удалось побывать во всех цехах «Метиза» и в подробностях узнать о каждом этапе производства комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий. Увидели, как железо с помощью автоматизированных станков обретает нужные формы. В отделе технического контроля, как каждая деталь, проверяется вручную. И только после этого будущий протез обретает эстетический вид. Четырехкурсники узнали, что первый протез на производстве был собран такими же студентами на, внимание, кухонном столе. Сегодня же на предприятии изготавливаются современные функциональные водостойкие протезы, как, например, этот пневматический коленный модуль. За каждой такой конструкцией стоит труд десятков специалистов. Опытный инженер Иван работает на «Метизе» не первый год, очень любит свое дело, потому что работа, по его словам, далеко не рутинная. Много очень различных деталей, и они все по-своему интересны. То есть каждый раз, когда попадает новая деталь, это как новая загадка. Ты ее разгадываешь, получаешь. Этому надо учиться. Это не расскажут в интернете, это нельзя загуглить, это нельзя посмотреть там, на каких-то форумах. Это все чисто живой опыт, который нарабатывается годами. В этом он и интересен. Будущего специалиста Максима больше всего поначалу заинтересовали автоматизированные станки. Но, узнав о производстве в целом, он задумался о выборе будущей профессии. До сегодняшней экскурсии я не видел себя в этой профессии. Я больше смотрел на какую-то IT-область, программирование, симуляции и все такое. Но сегодняшняя экскурсия показала мне, что на предприятиях происходит такое вот смешение всех областей. Немного из алгоритмов, немного из материаловедения. И очень интересные получаются продукты на выходе. Сегодня эти продукты облегчают жизнь миллионов людей по всей планете, делая ее более комфортной и свободной. В этом году «Метизу», лидеру в России по производству комплектующих для протезов, исполняется 25 лет. Планы большие. В ближайшем будущем появятся новые производственные площади. Компания будет рада видеть в своей команде молодых специалистов, готовых вместе творить и работать на благо потребителей. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.